Всем доброго дня! Мы продолжаем наши лекции. Итак, сегодня мы поговорим о подборе исполнителя и работе с ним. Это очень важная тема, потому что от ребенка мы должны в первую очередь отталкиваться. Итак, ребенок — это материал, из которого вы создаете шедевр. Иногда родители, когда мы так говорим о ребенке, оскорбляются. Нет ничего оскорбительного. Нужно вам объяснить родителям, что это не материал в плане «мы им воспользуемся». Нет, это для нас глина, из которой мы делаем шедевр. Примерка образа, как это происходит и нужно ли это делать. Амбиции родителей, расскажу свои истории. Путь от зала до сцены. Ответственность исполнителя, потому что здесь важно это очень сильно. Показательная история, я расскажу свою. И ваша личная включенность в процесс. Любая постановка начинается в тренировочном зале. Когда вы видите подготовку и данные ваших детей, приходит понимание, что пора творить. Особенно приятно до мурашек по коже, что есть материал. Он готов, есть тот ребенок или группа детей, которые готовы. Всегда начало идет от ребенка, от детей, от талантливых детей очень и очень много. Ребенок – это материал, из которого вы создаете шедевр. При выборе исполнителя ваша главная задача – подобрать все необходимые компоненты, о которых мы в предыдущей лекции говорили, и сложить так называемый пазл. Все зависит от вашего запроса, цели выступления, аудитории, на которую вы планируете выходить с данным номером, и ваши отношения. Поэтому в подборе исполнителя отталкиваемся от возраста, очень важно, психологической готовности, от параметра ребенка, от его темперамента и характера, от серьезности отношения его к тренировкам, от отношения родителей к вашим тренировкам, от того, насколько образ, который вы придумали, подходит исполнителю. На серьезную постановку вы подбираете исполнителя или исполнителей согласно вышеперечисленным параметрам. На масштабные, местечковые или городские мероприятия мы задействуем всех детей, хоть в роли ассистента, хоть просто похлопать в ладоши, вот так красивенько постоять в третьей линии и один раз выбежать сделать колесо. Есть моменты, когда мы себе нафантазировали что-то свое, а в зал приходим и понимаем, что подготовка наших детей, еще вообще очень-очень далека от идеала, который подошел бы под вашу идею. Будем называть вещи своими именами. Дети – это наш рабочий материал. Это глина у скульптора. И наша задача – изначально понимать, из какой глины, из какого материала вы собираетесь создавать свой шедевр. Ни один ребенок у вас не станет солистом, пока не пройдет начальную подготовку в массовых номерах, где особо делать ничего не нужно, но вы видите ваших будущих звезд. Главное, в массовых, местечковых номерах ребенок учится, это важно, бежать куда нужно, выбегать вовремя, а не стоять, болтать за кулисами, стоять там, где нужно, за правильной кулисой, держать за руку того, кого нужно, и просто хлопать в ладоши, делать колесо. Это все навыки, которые нужно ребенку, чтобы он у вас заработал, чтобы он включился в процесс. И только после того, как вы поймете, что, кто и на что способен, выделяете ребенка, выводите его уже на сольные элементы, к колесу прибавляется какой-нибудь мостик, морочка, переворот вперед, переворот назад, это я утрированно очень по-детски говорю, даете большую нагрузку, пробуете различные вариации в группе, в дуэте, максимальное разнообразие вносите, примеряете жанр, а эквилибр, а акробатика, а гимнастика, нет совсем, допустим, экспериментируете. От того, какой материал вы пустите в работу, зависит очень многое. Это ваше драгоценное время. И результат, к которому вы планируете дойти, победы, которые вы хотите удержать, это ваш выбор. Как вы определите исполнителя, так вы придете к своей победе. Важно не забывать, что вы работаете в тандеме. Интерес ребенка, его труд и дисциплина. Без этого ничего не будет. Благодарность, уважение и заинтересованность родителей.
Дорогие коллеги, родители вам могут в один момент перечеркнуть все ваши планы. Ваш грамотный, систематический, творческий подход, который работает на благо ребенка. Это ваши задачи, то, что работает на вас в тандеме. Вы заметили, что я не сказала тут про талант, про наличие таланта. Почему? Потому что в жизни встречаются и на практике часто так и бывает. Ребенок, который талантлив и которому дано все, к сожалению, не доходит до финала. Он сдается, он не привык прикладывать усилия. А ребенок, который вас в начале своего пути совсем не впечатлил своими данными, прет как танк. Он просто прет как танк, попадает во все номера, стремится и трудится. И это кайф. Поэтому ваша задача в начале постановки сделать правильно ставки, не разочароваться. Примерка образа, как она проходит. В самом начале пути, когда нет костюма, нет окончательно подобранной музыки, перед вами ребенок, это материал для работы, его жанр и его технические данные, характер, его темперамент, его увлечение, ваша идея, которая может подойти или не подойти. Тут в первую очередь вы должны понимать, ботаник или хулиган ребенок, холерик или сангвиник, какие достоинства нужно подчеркнуть, а какие недостатки нужно скрыть, какие технические данные на сегодня имеются, потому что на сегодняшний момент он у вас умеет только, допустим, коп-шпрунг делать и все, но через месяц-два он будет уже делать у вас рандат в каскад, а через 3-4 он будет делать рандат фляг. Поэтому есть исходная точка, точка А, вы должны понимать, от какого материала вы сегодня отталкиваетесь, сегодня творите. Не нафантазируйте себе, что вы потом ставите, он потом может этому не научиться. То есть не дожидайтесь, не обременяйте себя, пожалуйста, надеждами. Живите вот сегодняшним моментом, творите сегодняшним моментом. Есть материал сегодня, глина такая-то, сегодня творим. И только потом вы понимаете, и это очень важно, перед вами тигр или перед вами лебедь. Я тут говорю о характерах. То есть у вас перед вами харизма на яркой степени или у вас лирика и нежность проявляется по полной программе в этом ребенке. Потому что очень важно, чтобы вы не уходили тешить свои амбиции и натаскивать ребенка на определенный образ, а с холодным умом понимали, что реально на сегодня сделать, а что пока нереально, а может быть и вообще будет нереально с данным ребенком. Совет. Всегда начинайте с чего-то очень простого. Потом номер будет обрастать деталями, и ребенок будет крепнуть, понимать, что вы от него хотите. Это нормально, это процесс. Берите самое простое, понятное и, можно сказать, даже примитивное, а далее в процессе вы сами поймете, что пора усложнять, да вы каждую тренировку будете это понимать, образ усложнять, техническую часть усложнять. Под технической частью я всегда подразумеваю школьность и технику подготовки вашего ребенка. Ваши амбиции должны зашкаливать, и это нормально. Вы должны быть амбициозными, вы творческие. И это ваше оправдание, и это ваш тот самый крест, который мы несем. Вы должны быть амбициозны, по-другому никак. Но какие бы ни были в вашей голове фантазии, вы в первую очередь отталкиваетесь от самого ребенка, его физических, психологических способностей, и только потом примеряете образы. Грубые ошибки. Что я замечаю, оно действительно есть. Для кого-то это покажется сумасбродство, что я перечислю, но что наблюдала, то говорю. Пеппи не должно быть 14 лет, а 10-летний ребенок не должен работать под музыку о несчастной любви. Если вы видите, что это оторва и хулиган, не нужно из этого ребенка, девочки или мальчика, делать послушного героя. Допустим, из девчонки послушную, добрую Аленушку. Не требуйте от ребенка делать то, что его ломает. Это катастрофа, это грубейшая ошибка. При всей моей, казалось бы, открытости, я очень стеснительный человек, я была еще более скромным человеком в свои 20 лет. И в спектаклях
Я себя в театральных совсем не вижу говорящей, играющей определенную роль какую-то, хотя по долгу работы это нужно было делать, и это было для меня настоящей пыткой. Мне просто говорили: Вика, ну ты же творческий человек, ты обязана. Не обязана, ребят, не обязана. И я восхищаюсь теми людьми, кто это умеет, кому в КВН легко играть. Вот это прям совсем не мое. И я не могу это делать легко от души. Мне проще станцевать, мне проще через движение передать образ, настроение и харизму, потому что это другая энергия, я к ней привыкла, я ее люблю. Хотя со стороны, вероятно, про меня такого не скажут, что, допустим, я вот в театре не смогла бы. Не смогу, не хочу, не люблю. В 20 лет открытие пошло у меня через детей, когда детям показываешь, как должен выбежать хулиган на сцену, когда плавно ты показываешь гимнастке, как она должна выплыть красиво, как лебедушка, когда ты рассказываешь и встаешь, показываешь, как пираты должны этот шаг оттарабанить по сцене, чтобы эта пятка била и чтобы эта мощь была. Вот когда ты это все показываешь сам в свои 20, 23 и так далее лет, ты сам учишься расслабляться. И вся стеснительность, а было очень стеснительно, детям это было показывать очень стеснительно, и я с ними училась раскрепощаться и расслабляться. Это кайф. Вот я его тогда уловила, и теперь дальше несу остальным ребятам. Вот когда вы будете строить образы и подбирать энергию номера от ребенка, у вас будут самые крутые и самые живые постановки. Интересуйтесь, что они смотрят, интересуйтесь, чем они увлечены, какая музыка им нравится. Это очень важно. Детям нужно давать кайфануть в том, что они любят. И только направить и обозначить определенные границы. Что это должно быть? Определенное время, определенный трюк, определенное движение, определенная постановка корпуса, определенный взгляд. Поверьте. После первого выступления мальчишек, если вы угадали образ и все сошлось, у вас отбоя не будет от родителей с мальчишками. Есть номера исполнители, где не нужно заморачиваться, а есть номера и исполнители, где нужно заморачиваться и прикладывать усилия. Расставляйте приоритеты и делайте верные ставки. Амбиции родителя. Здесь будут две истории, и в моей жизни, слава богу, их было только две, когда приходили родители и просили о сольном номере для своего ребенка. Честно, это был очень неприятный для меня момент. Первая ситуация. Я сама там встала в позу, ребенка для меня было слишком много, он был очень талантлив, но я принципиально, ну, мне было 20 лет, я не хотела ставить этой девочке сольный номер. Поставила. И талант раскрылся еще шире. И я не пожалела ни капельки, что тогда мама со мной поговорила, очень комфортно. И в данном случае ребенок был готов. Это мои амбиции там чего-то зашкаливали, тоже свои, как говорится, есть нюансы в мои 20 лет. Было, есть и, возможно, где-то еще будет. Но дальше этот ребенок, он работал, он реально работал и был весьма-весьма амбициозен. И мы поставили сольный номер, первый, потом второй. И хоть и со скрипом первый был поставлен по просьбе мамы, но зато потом этот ребенок был одной из самых ярких звезд нашего коллектива. Во втором случае, когда ко мне пришли, там были слишком сильные мамины амбиции. И мамины амбиции перекрывали все логику, потому что ребенок вообще не тянул на сольный номер, абсолютно не тянул, и я бы даже подумать не могла, что ребенок типа хочет. А на самом деле всегда, когда я приглядываюсь к детям на тренировке и задумываюсь о его какой-то сольной деятельности, я всегда говорю с ребенком: а ты хочешь, чтобы мы тебе поставили сольник? А вот будет такой образ, давай попробуем. То есть если я понимаю, что ребенок нет, а с этим ребенком были диалоги, то есть там было, ну совсем, зачем? Виктория говорит: мне не надо. И сольный номер — это абсолютно другая песня, нежели групповой. Мы все это прекрасно понимаем. Это огромная ответственность, это постоянный труд, это самостоятельная работа, уйма самостоятельной работы, это дисциплина. И если ребенок к этому не готов, никакой авторитет и любовь к тренеру или амбициозные родители не помогут. Ребенку это не нужно, этот сольный номер ему нафиг не нужен. И вы просто бестолково
бессмысленно, к сожалению, потратите свое время на прихоть нереализованных амбиций мамы, ну или папы. Так и вышло у меня во втором случае со второй девочкой, за которую мама очень сильно хотела сольный номер. Мы поставили номер, потому что я не могла отказать. Ребенок для меня ценен, каждый ребенок моего коллектива, он ценен. Хорошо, поставили номер, пошили дорогой, действительно дорогой костюм. Хотелось усилить ее, потому что я знала, что сольный тяжело ей будет. Один раз выступила на местечковом концерте, и все. Все, девочки, и дальше же нужно работать. А ребенок не хотел, он даже внимания этого сольного не хотел. И постепенно он бросил. Хотя очень талантливый ребенок, но он был игрок команды, и это безумно ценно, потому что мне не хватило на тот момент, возможно, с мамой поговорить, сказать, что это командный игрок, и при том сильный игрок команды, и не нужно переводить его в сольную фазу. Поэтому очень важно вам разбираться, какую роль занимает ребенок, сольную и ярко выраженную лидирующую позицию, или он сильный игрок команды. Запомните, пожалуйста, когда дети с вами по 3-4 часа в день, когда они с вами 3-5 лет, они начинают узнавать ваш шаг в коридоре, они начинают считывать ваше настроение, они начинают понимать вас с полуслова при постановках, ну, естественно, на тренировках, и это делает постановки еще более искренними. Тут очень важно наблюдать за ребенком, очень сильно важно. Вы никогда не сделаете сами художественные переходы настолько искренними, настолько лаконичными и естественными, как это сделает сам ребенок. А для этого нужно доверие, понимание и умение замечать это в детях. Путь от зала на сцену. Для обеспечения непрерывного обучения цирковому искусству необходимо учитывать возраст воспитанников. Продолжаю. Чтобы дети с раннего возраста красиво владели своим телом, их необходимо научить правильно исполнять основные пожанровые упражнения. Поэтому мы методику изучили ранее до постановки циркового номера. На первом году обучения решаются следующие задачи. Ребенок должен держать осанку, о чем я говорю, правильно распределять свои силы и возможности, четко и верно формировать и исполнять простые трюки, получить начальные знания по основам жанра. Это ваша задача, дать ему это все. Ориентиром служат потребности и реальные возможности конкретного ученика. Критериями служат дидактические принципы доступности, наглядности и последовательности. При обучении цирковому искусству необходимо четко отслеживать уровни обучения воспитанников и вырабатывать свою индивидуальную систему тренировки. Поэтому я всегда говорю, мое – это моя база. Что-то для себя возьмете – круто, не возьмете – без вопросов. То есть прям выщепляйте материал и переделывайте на себя. Однако неизменной остается стратегия всегда. При обучении детей всех уровней целевой установкой является развитие их личного потенциала. Индивидуальный подход. На втором году обучения с формированием представлений об основных жанрах воспитаннику будут доступны более сложные жанровые трюки. А к концу третьего года обучения воспитанник доводит трюки до автоматизма. Почему я говорю, что в концерты выводить всех, это не только приносит пользу цирковому искусству, цирковому развитию. Это имеет и воспитательное значение, формируя такие качества, как воля, коммуникабельность, бескорыстие, душевная открытость. Это очень важно. Вы должны сосредоточить ваше внимание на следующем. Воспитать чувство красоты. Сейчас будет лирика, но она важна. Ввести в мир прекрасного и побудить потребность ребенка к общению с искусством всех жанров. Через цирковое искусство вы проводите ребенку определенную экскурсию, на какой прекрасный мир он может посмотреть и каким взглядом, и что получить, и что отдать. Основная трудность для нас, для педагогов, заключается в том, чтобы выработать мотивацию у ребенка. А наша мотивация и для дальнейшего развития ребенка и освоения более сложных трюков идет через что?
конечно же, через концертную деятельность. И изучение различных жанров позволяет удержать интерес к предлагаемому материалу и трудоемкому процессу тренировок. Одним словом, если вы не будете выставлять любого ребенка на концерт, интерес будет угасать. Потому что это сложно каждый день приходить на тренировку, делать одно и то же, разминку и так далее, и так далее. И еще не выступать. А для чего смысл? Я поэтому сейчас и очень-очень топлю за то, что выводите на концерт, вывозите на гастроли. Будет интерес, будет огонь в глазах. И дальше об этом тоже расскажу. Наши тренировки – это ежедневный труд и постоянная работа. Так что самый крутой стимул – аплодисменты, тот самый наркотик, в который вам нужно влить своего воспитанника. Мы с ребятами не развлекаться изо дня в день приходим, а работать. Я это проговариваю на тренировках, что, ребят, вы пришли работать. Красивый номер с минимальными усилиями. Коротко, главный секрет любого красивого номера даже не в подборе компонентов исполнителя. Ваша самая главная задача и секрет – не ставить в номер то, что выдает ошибки и корявость вашего воспитанника. Есть такие элементы, которые просто не надо ставить. Просто не надо ставить. Все. И тогда ваша вся красота будет показана зрителю в полной степени. Ответственность исполнителя. Самая главная задача ребенка – выполнить трюк. Это очень ответственно, это очень обязывает. Что говорят нам хореографы и члены жюри? Ой, что-то несинхронно было. Я поэтому не очень понимаю, когда у нас судят нас хореографы. Но я ко всему спокойно отношусь, очень ко многим вещам. И когда мы работаем с детьми, мы очень гибкие становимся, ко всему привыкшие. И к любой ситуации мы можем отнестись философски. И у нас... Мы должны, каждый из вас, получая какие-то определенные комментарии в плане несинхронно, понимать, что у нас самый главный трюк. Напряжение, которое испытывает ребенок на сцене, не передать словами. Пробовал бы кто-нибудь из хореографов, которые оценивают вот так что-то несинхронно, да, когда пара акробатически работает, допустим, что-то сложное, весомо сложное. Я не представляю это напряжение, я просто даже не хочу думать, потому что спустя много лет я недавно выступала, и я вот это вспомнила, я даже детям в чат, у нас мы общаемся с выпускниками, написала, говорю, ребят, я прям респект и уважуха за то, что вы в свое время вот это много-много раз проделывали на сцене, потому что забывается же все. Ты забываешь, как сам стоял на сцене и это чувствовал. И поэтому героизм детей наших нужно подчеркивать. Ну, конечно, это можно максимально подчеркивать, когда они выпустились красивые. В процессе нужно хвалить. Не перехвалите. Я думаю, что вы этого не сделаете, потому что у каждого у нас есть доля самокритики. Она должна быть. Так что мы всегда знаем свои ошибки, вот я к чему. И всегда на стороне детей. При чужих мы на стороне детей. Наедине я сама скажу своим воспитанникам об ошибках. Тут такой момент. Не позволяйте никому при детях говорить вам замечания. Чтобы ваш авторитет был просто беспрекословный. Это нужно сохранить. Не позволяйте никому из посторонних ругать вашего ребенка, вашего воспитанника. Вы за своих должны стоять горой. А наедине уже всем раздаем по заслугам своим воспитанникам, кому ремня словесного, а кому пряника словесного. Дети часто переживают, это нормально, это волнение, страшно, руководитель будет ругаться, если я завалю. Вот тут нужно разговаривать, проговаривайте, что это работа. И ошибаться, я вас умоляю, прям говорите эти слова, это нормально. Отработаем ошибки в зале. Они должны понимать, что завал – это отработка в зале. Чем больше отработки, тем меньше завалов на сцене. Так мы воспитываем в детях характер и силу воли. Показательная история произошла с моими ребятами на старте моей педагогической деятельности. Немножко вскользь, но прям я горжусь этой историей. Ребята в 9 классе, самые лучшие мои первые акробаты, устали и ушли, бросили. Мы это обговорили, все абсолютно спокойно. Я их отпустила с чистой душой и совестью, потому что у меня было куча мальчишек. Недостатка уже прям вообще не было, было очень много номеров, то есть прям я ничего в этом случае не теряла.
Поэтому я держать не стала, отпустила, все, мы распрощались. Но состав, который у меня был, это был средний состав. То есть, естественно, это и уровень номеров такой, да, какие-то шуточные, какие-то там катушки. Ничего такого, чтобы можно было сказать сильного. А ушли-то готовые красавцы. Но я понимала, что ушли, у меня больше времени на средний состав освободиться, как бы все хорошо. Я вообще не придала этому значения. Прошел год, я знакомлюсь, не помню где, с молодым человеком, он мне показывает свой плейлист, и я слышу музыку и понимаю, что меня просто прострельнуло. И я поняла, что пора возвращать ребят. И что как раз эта музыка мне подходит под то, чтобы реализовать свои давние мечты. Я очень сильно хотела сильных акробатов. Я позвонила родителям, подготовку своих детей, я же знаю, неважно, что прошел год, ребят, неважно. Позвонила их родителям, спросила разрешение, могу ли я позвонить мальчишкам, чтобы переговорить вот на такую-то, такую-то тему. Есть музыка, есть идея, хочу творить. Я вообще не скромничаю в этом плане, если я хочу, я делаю. Родители дали добро, я созвонилась с ребятами, они пришли, я им рассказала идею, показала музыку, образы. Я знала, что все будет круто. Я просто знала, что все будет круто. Когда я вижу идею, когда меня зажигает музыка, когда я вижу образы, оно все сложится. Оно даже сложится все лучше, чем я вижу. Все пришли, это был самый крутой на тот период номер мальчишек. Мы его назвали «Дело в шляпе». Через копшпрунг они надевали шляпу с пола. Это было эффектно, это было интересно. И помимо этого я вставила все трюки, которые они делали, и мы обрисовали это в такт музыки. Мы это сделали максимально круто, и когда четверо мальчишек, которым от 16 до 18 лет, на сцене, визг зала, нужно понимать, что это круто. Это круто, я была в восторге, работы было много. Я вам сразу скажу, что это не гладь моря в спокойном состоянии. Это работа, это... железная воля, это дисциплина, много всего, но та красота, которая на сцене и воспоминания, которые вы сейчас вы видите на фотографии, оно того стоит. В 11 классе мы этих ребят выпустили, они проработали год, получается, вот после 9 ушли, 10 не занимались. Если я правильно помню, может быть, наоборот что-то было, честно, не буду вдаваться в подробности, ну, год они точно, я их не трогала год. Вернулись спустя год, и все, карты сошлись, и потом мы только в шутку вспоминали, что был этот год перерыва. Что было ключевым в данной ситуации? И у вас ситуация может быть разной. Просто я свои рассказываю истории, чтобы вы понимали, что в жизни может быть все. И от того, как вы повернете события, так оно и будет складываться в вашей жизни. Это же ваша жизнь. Во-первых, пацанам понравилась идея, музыка и образ. И мстило, что педагог их возвращает, естественно. Они готовы были и морально, и физически для данной постановки. Я же знала их базу, я знала, за какой период, что я могу дотянуть. Они успели отдохнуть, это важно. Для мужского пола, девчата, коллеги, это важно. И соскучиться. И было желание, интерес, это было ключевым. Было желание, интерес делать. У каждого в данной ситуации была, конечно, своя выгода, поэтому будьте хитрее и будьте смелее, делайте смелые предложения. Ваша личная включенность в процесс должна быть следующего серьезного масштаба и характера. Постановка номера занимает свое весомое время. Это прям отдельный спектр вашего времени. Расставьте, пожалуйста, приоритет. Не дергайте себя и не бегите. Я даже тут могу сказать четко фразу. Дорогие коллеги, никогда не торопитесь. Где вы опоздали, вы уже опоздали. В сегодняшний день, если вы делаете хоть час пути, чтобы дойти до определенной своей точки Б, до следующей ступеньки, делайте маленький, но шаг. Не бегите. Мы все уже давным-давно с нашим быстрым технологическим веком опоздали. Поэтому делайте все, что вы можете, с тем, что у вас есть сейчас. У вас в руках ваше гибкое расписание. Иногда тренировка отменяется и назначается только для тех детей, кто участвует в постановке. Это нормально, это можно, это нужно делать. Для постановки, а тем более наработки, необходимо выделить дополнительное время
и поработать. Это важно, иначе вы постановку не сделаете сильно. Далее, когда вы построите скелет номера, времени будет уходить намного меньше. Всегда первое, что вы делаете, рисуете, это что касается постановки номера, рисуете схему номера, блокнот, ваш самый красивый блокнот для постановок. Определяете ключевые моменты номера, определяетесь с участниками постановки, прописываете схемы трюковых комбинаций, выделяете самые сильные комбинации, прям прописываете кто, куда, чего и как, вокруг которых будет строиться весь номер, и начинаете накидывать скелет номера, так сказать, черновой вариант. Я всегда подготовку номера сравниваю с пошивом костюма. Это действительно вот так. Вот ассоциацию представьте. На первую примерку мы всегда помним, что мы надеваем мешок. Мы реально платье, если заказали, мы надеваем такой прямоугольник и такие, а где наше красивое там платьишко? Это действительно мешок. А уже в процессе примерки вырисовываются линии костюма. Также и в номере. Что-то пришпиливаем. Обрисовываем выточки, подчеркиваем красивые места, убираем, наоборот, акценты на некрасивых местах, отрезаем лишнее. В номере все то же самое. Расставлять акценты будете в процессе. Вот эти выточки в номере вы будете делать в процессе его сотворения. Потому что это рождение не будет быстрым и однозначным. Вы, возможно, с одного образа пойдете. Я так моноциклы делала, очень сильно хотела, чтобы у меня была шахматная доска. И прям образ шахматной доски и игры. В итоге у меня вырисовалось не совсем то, что затевалось, но получилось. Номер в итоге назывался «В королевстве игры». Это была борьба белых сил, черных сил. Традиционный жанр вышел, потому что я не стала мудрить. Я просто не стала мудрить, взяла простой момент, потому что я понимала, что я усилила музыкой и так, рисунками здесь динамику дала, акробатику дополнила, поддержки с мальчишками сделала, зафиналила сальтом в акцент в тот, который нужно было, точки расставила по динамике и по битам музыки. Все, рисунок собрался. Но вначале это должна была быть шахматная доска. Я прям даже думала, господи, где мне заказать эти фигуры шахматные огромные? Где мне этот баннер заказать, чтобы это была шахматная доска? То есть очень много заморочек себе придумала. Я всегда вначале заморочек очень много придумала. Потом я отсекаю детали. Потому что это, знаете, как в уборке. Мне проще все вот так щух, в кучу свалить, а потом чик-чик-чик-чик раскидать. Это мой способ. Возможно, вы действуете по-другому. Так что постановка номера требует внимания, терпения и времени. Так что вам в добрый путь, творите и ничего не бойтесь. В финале. Запрещено давать постановку ребенку, не соответствующую его возрасту. Запрещено требовать от ребенка то, что вам он не эмоционально, ни по возрасту не готов дать. Необходимо учитывать личность ребенка при постановке номера. Необходимо подчеркивать и развивать достоинство ребенка. Не идти на поводу нереализованных родительских амбиций. Индивидуально смотрите, слушайте, смотрите по ситуации. Каждая история с каждым ребенком индивидуальна. Если в одном поколении у вас шикарно играли непосед, вот состав один, это вам не гарантирует, что другой состав будет также шикарно играть этих непосед. То есть номер на другое поколение, вы представляете, вообще не гарантия. У меня только именно катушки массово на мальчишек переходили, но образы, музыка, костюмы всегда менялись под состав, потому что я видела, что они это не тянут. Или им это не близко? Зачем я давать буду то, что мне дети на сцене не отдадут? Не пойдет, не надо так делать. Через детей постановки идите всегда в ногу со временем. Смотрите современность, чем интересуются сегодняшние дети. Отбирая ребенка на сольный номер, проанализируйте по всем параметрам. Потянет ли и доведет ли до ума? Не подведет ли он вас? Отказавшись однажды, что ему ваша цирковая студия не нужна, и этот сольный номер, и вообще он пошел в футбол. То есть прям вам нужно быть готовым ко всему всегда.
Постановка номера – это обоюдный процесс и взаимная игра, не игра в одни ворота. Желаю вам творческих успехов во всех постановках и лучших вам самых смелых и талантливых детей. У вас обязательно все получится, я знаю. Спасибо большое за внимание. До встречи на следующей важной лекции. Пока!